Игра возобновлена. Улучшение завершено. Пушки чешутся. Месторождение минералов выработано. Глеб на свет. Танк на марше! Даешь на свой. Мотор ревет! Флот вызывали? Не торопись. Война на пороге. Вперед, к победе! Я воронку делать будем! Улучшение завершено. А! Чего пугаешь? Месторождение минералов выработано. Выкладывай! Чем порадуешь? Что такое? Что стряслось? Есть? Говори громче! Куда стрелять? Сколько можно сидеть без тела? Давай же! Месторождение минералов выработано. Кого подлатать? Я царь-пушка!
я уже заждал. Вооружен и опущен. Кому навешать? Давай, удиви меня. На! Чего пугаешь? Месторождение минералов выработано. Я создан для битвы. Да. Турбина на полную. Улучшение завершено. Без проблем. Связь налажена. Канал открыт. Системы функционируют. Какие будут указания? Месторождение минералов выработано. Сейчас рванет! Месторождение минералов выработано. Только свистни. Солид под завязку. Из огнядов. Кого поджал? Меня на все. Мы теряем время. Связь налажена. Приказы будут? Вас понял. Месторождение минералов выработано. База атакована. Давай же! Какая прелесть! Можно мне его оставить? На связи. Месторождение минералов выработано. Вызывали? Познай силу грома. Пощупаем-ка эту крошку. Системы функционируют. Связь налажена. Кого подлатать? Что происходит? Улучшение завершено. Чего пугать? Улучшение завершено. Слушаю.
пойдет. А? За твой счет. Ну? Ядерная ракета готова. Вооружен и опасен. Давай, удиви меня. Жду не дождусь. Голиаф на связи. Связь налажена. Танк на марше! Что такое? Покатили? Говори громче! Гони! Система функционирует. Выкладывай! Куда стрелять? Улучшение завершено. Улучшение завершено. К трудовым подвигам готова. А! Чего пугаешь? Выкладывай. Да, командир. Не торопись. Какая прелесть! Можно мне его оставить? Узрите новейшее орудие Доминиона, Один. Посылайте подмогу! Пощупаем-ка эту крошку. Неужто? Какая прелесть! Можно мне его оставить?
Что происходит? Есть. Царь Пушка! Улучшение завершено. Кого подлатать? Да, да. Что стряслось? Есть, сэр! А! Чего пугаешь? За дело? А? База атакована. Что происходит? Ура! А? Что стряслось? Пристройка завершена. Есть работён. Задавим их интеллектом. Улучшение завершено. Говори громче!
Слушаю. Не молчи. Давай, удиви меня. Выдвигаюсь. Пощупаем-ка эту крошку. Готов к трансформации. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Связь налажена. Флот вызывали? Знай силу грома! Неужто? Скорее в атаку. База атакована. Вызывали?
Ну? Игра приостановлена. Игра возобновлена. Завершено. Какая прелесть! Можно мне его оставить? Улучшение завершено. Пощупаем-ка эту крошку. Провожающие, покиньте салон. Выкладывай. Кинуть корабль! Вызывали? Вызывали? Пощупаем-ка эту крошку. Улучшение завершено.
сниваю от скуки. Месторождение минералов выработано. Гор уже тут. Познай силу грома. Ну? Что происходит? Неужто? Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Пощупаем-ка. Месторождение минералов выработано. Сейчас будет жарко и больно. Месторождение минералов выработано. Небо на передовую! Месторождение минералов выработано. Вперед! Этот могучий стальной гигант станет памятником самоотверженности и гениальности инженеров и ученых Доминиона. Он всех нас убьет! Помогите! Какая прелесть! Можно мне его оставить? Дорогу слонам султана! Сейчас будет жарко и больно. Что такое? Познай силу грома. Иду как могу. Вызывали? Улучшение завершено. А? Будет сделано. Что происходит? Как скажешь. Выкладывай. Кого подлатать? Что стряслось? Мне бы на передовую. Еду.
Подишь ты. А? Чего пугаешь? Что стряслось? Да, да. Кого подлатать? Ура! Сверхурочные! А? Ага. Ну? Вызывали? За дело! Приказ понял. Какая прелесть! Можно мне его оставить? Мощно! Что такое? Надеюсь, эта штука застрахована. Я тут! Не промахнись! I'll be back! Кинуть корабль! Пощупаем-ка эту крошку. Неужто? Вторжение на территорию башни! Отряд Альфа в атаку! Остановите их! Я царь Пушка! Ложись на меня! Что такое? База атакована. Надеюсь, эта штука застрахована. Есть, сэр. За дело. Первая передача загружена. На этот раз Менгск не отвертится. Входящее сообщение. Я знаю только одного человека, который в своей наглости способен зайти так далеко. Рейнар. А, нет, Арктур. Уж тебя-то в этом никто не переплюнет. Надеюсь, тебе понравится наше шоу. Я так и знал, что это он. Форфилд, отправляй своих людей. Мне нужна голова Рейнара, его и всех его дружков-террористов. Пощупаем-ка эту крошку. Какая прелесть! Можно мне его оставить? Что?
что такое? Курс брал в небо на передовую. Надеюсь, эта штука застрахована. Воплощение инженерной мысли и человеческого трудолюбия, он станет нашим главным оружием в борьбе с угрозой зерна. Не кричи! Ты кричи! Атакована. Без проблем. Есть дело для меня? Где вопрос? Какая прель! Они напали на башню! Отряд Браво, разберитесь с ними! Курс пролог. Пощупаю-ка эту крошку. Скоро передача о грязных делишках Менгска прогремит по всем мирам Доминиона. Да, командор. Как угодно. Уже в пути. Какая прелесть! Можно мне его оставить? Что происходит? Точняк! Вы можете спросить, во сколько обошлась нам эта великолепная машина. Но и я спрошу вас, можете ли вы назвать цену безопасности ваших близких? Отряд Чарли, быстро к башне! Уничтожить мятежников! Неужто?
Месторождение минералов выработано. Я царь Пушка! На связи. Мы загрузили последнюю часть передачи. Посмотрим, что теперь народ подумает о своем любимом императоре. Все передачи вышли в эфир, сэр. Телезрители во всех мирах Доминиона увидели наш спецвыпуск о Мянгске. Шокирующие новости! Настоящий шквал антиимперских настроений. Сегодня император провел пресс-конференцию. Император, что вы можете ответить на обвинение в геноциде? В использовании других рас? Эти клеветнические нападки на трон безосновательны и безответственны. Сэр, вы продолжаете утверждать, что в основе вашего правления самоотверженная преданность народу? Ну, конечно. Мое призвание — служение человечеству. Личная власть никогда не была моей целью. Тогда как вы можете охарактеризовать это заявление? Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. Я этого не потерплю. Шакалы, вы пришли сюда и смеете меня допрашивать? Интервью окончено. Рад, что его приперли к стенке. Хотя Доминион представит все в нужном ему свете, как обычно. Не в этот раз. Мянгс годами пользовался СМИ как оружием, а теперь мы обратили это оружие против него. Одна передача оказалась эффективнее сотни вылазок. Наверное, ты прав. Ради этого мы и затеяли революцию. До победы еще далеко. Но, быть может, сегодня мы сделали первый шаг. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Ну уж нет. Для этого у меня есть вы, сэр. С вами Кейт Локвелл в прямом эфире с Кархала. В городе вспыхнул мятеж. Местные жители поджигают государственные здания, выражая шок и негодование по поводу открывшейся им правды. Донни, расскажите, что происходит у вас. Я потерял на Тарсонисе брата. У меня там был брат. Понятно. Император Мянгск уже прокомментировал передачу Рейнера. К сожалению, спутники UNN в тот момент были отключены. Вот фрагмент сообщения императора. Это подлог. Враги Доминиона всегда пытались очернить меня в глазах общественности. Я не имею никакого отношения к этой ужасной, неправдоподобной. На этих словах императора заглушил рев толпы. После этого Мянгск уединился во дворце и отказывается общаться с кем бы то ни было. Существует мнение, что император Мянгск был разоблачен... Нужно больше образцов.
Я говорил, что мои малыши переплюнут твоего Одина. Ты молодец. Мы еще всем дадим прикурить. Надо только доработать ходовую часть. И еще думаю поставить на него пару особых наворотов. Сразу скажу, влетит в копеечку. Такие махины обходятся недешево. Но оно того стоит, можешь мне поверить. Порадовал. Я подумаю и скажу, что мы можем себе позволить.